У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше. Или вам надоело смотреть в привычный двор, а может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это 7 девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка, современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной», когда жизнь становится теплой. 11 микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау». Здравствуйте! В эфире «Город сегодня». Проблемы ЖКХ были и остаются главными возмутителями нашего спокойствия. Каждый день в редакцию приходят, звонят, пишут люди по поводу состояния дворов, домов и коммунальных сетей. Вчера жители Каргалинского пожаловались на то, что им нечем дышать. Причем самое необычное, что зловоние распространяется от новой теплотрассы. На кадрах, которые прислали нам жильцы дома по улице Дачной, 25, видно, что новые трубы аккуратно уложены в бетонные коробки, но уже заполнены сточными водами. Хорошо, что видео не передает запахи. Можно представить, как жара их усиливает. Причину того, что теплотрасса заполнилась стоками, долго искать не пришлось. Колодец канализации практически примыкает к трубам отопления. Все люки, они соединенные, короче, канализацией, колодцы эти. Проходит с этого колодца туда дальше, еще один колодец. Здесь возле нашего дома, короче, около 5-6 колодцев. Вот эти кольца, не кольца, но как колодцы, они должны от этой линии дальше стоять. Я не знаю, почему они впритык прям стоят. Кто и почему расположил канализацию и теплотрассу в опасной близости, сейчас уже не установишь. Много лет до этого ремонта вопросов по данному поводу не возникало. Что придется делать теперь, мы попросили объяснить руководство акционерного общества «Акбулак». Там работают подрядчики, да? Это АО «Трансэнерго». При работе они занимаются теплотрассой, реконструкцией теплотрассы. Они задели наш колодец, канализационный колодец. Теперь оттуда вытекала канализация, они задели. Эти подрядчики начали участка разговаривал. Они встретились, сейчас с колодца выключили, сейчас будем, где удар стыки, будем затемитировать. С колодца все откачали, теперь щели будем заделывать, и все. И все нормально. Приобрести свою квартиру, переселиться в благоустроенное жилье для многих актюбинцев – заветная мечта. Сегодня несколько семей свою мечту осуществили. Заветные квадратные метры приобрели 12 очередников по программе «Нурлыжол». Свои квартиры они получили в новом жилищном комплексе «Степной». В новом построенном доме распределены еще несколько десятков квартир для тех, кто состоит в очереди на получение жилья по госпрограмме. В течение 20 лет всем им предстоит вносить арендную плату с последующей возможностью выкупа. Подробнее расскажет Антон Пережогин, который побывал на торжественном заселении новых квартир и порадовался вместе с новоселами. Смотрите программу «Факт». Генеральный партнер нашего проекта – жилой комплекс «Степной». Удобные квартиры, автономное отопление, огороженная территория, детская площадка – все это «Степной». Звоните по телефонам 950-333, 960-333. Остаемся на Первом городском. Мы всегда на связи. У вас растет семья, а свободного пространства в квартире все меньше. Или вам надоело смотреть в привычный двор, а может, вы хотите все начать по-новому? Жилой комплекс «Степной» – это 7 девятиэтажных домов, созданных по передовым технологиям. Бесшумные лифты, детская площадка и парковка, современные квартиры по очень выгодным ценам. Жилой комплекс «Степной», когда жизнь становится теплой. 11 микрорайон, улица Шайкенова, 5, офис «Алтентау».